место боевое. Приехали, раскачались. Вот боевой ракетный корабль. Ну и поехали. Ну все, вроде приехали. А вот так вот. Сейчас немножко прикормимся и начнем ловить. Много не надо, потому что будет обратный эффект, когда мелочи подойдет много, а большой вообще не будет. Вернее, она будет, но подходить не будет близко. Поэтому надо так очертить свое присутствие. Все, хватит. Вот мормышечка вот такая вот маленькая, белая. Вольфрамовая. Дальше идет маленькая грузила. Вернее, маленький поплавок. Никакого грузила вообще не нужно. Вот сейчас сбросим это и настроим удочку. Вернее, удочка уже настроена. Просто мы ее разберем. Удочка 5-метровая. Вон уже клюет. Без всякой наживки. Вот это да. У нас сегодня будет аншлаг по салаке. Не салака, а у клюя. Ну, клюет. Без всякой насадки. Творит. О, пока настраивал удочку, вот такое чудо тут уже сидит. Вот она, красавица. Средний размерчик, неплохой, я считаю, для консервы. Самое то, вот самая жирная рыба в Карелии, 30% жирности. Щука на 30 месте, у клея на первом. Вот такое вот чудо. Сейчас будем ее ловить. Вот на голую мормышку. Даже удочку не успел расправить. Она уже начала брать. О, все. Да блин. Ну. Давай. Ага, ладно. Удочка 5-метровая, очень легкая. Грамм 150 всего лишь весит. Ну давай. Вот, все. Так, это если без... Опарыша клюет. Ну, попробуем, может покрупнее будет. Ну, он сразу берет. Вот это да. Ну. Опарыш даже боюсь цеплять, потому что здесь, наверное, будет война. Ну. Ну, поехали. Ладно, цепляем опарыша. И начинается. Опарыш одного достаточно. На одного штук 20 рыбок можно поймать спокойно. Так, поехали. Ну вот. Понеслась.
такие вот и будут. Хотя попадаются и покрупнее. Ну, грамм до 100 это максимум, наверное. Ну, когда нигде ничего не клюет, такую красотищу ловить очень приятно. А вода еще весенняя, большая. А тут что творится? Очень вкусные шпроты из нее получаются. Я ее копчу и по баночкам, и в автоклав. Но крупной рыбы пока, наверное, и не будет. Подлещика тут еще нету, плотва тоже периодически подходит, но очень мало ее. Пока салака одна, вернее, уклейка. О, хороший экземплярчик. Таких можно половить. Ну вот она. Вот, на 3 минуты выключил камеру. И смотрите, что происходит. Ну, вся вот такая вот. Клюет просто как, ну вообще, вот только забросил. Под лодкой, перед, за, где угодно, везде. Вот совсем маленькая. Все это поймано на один опарыш. Как подцепил вначале, так вот он там и висит. Ой. Ух ты. По местным меркам крокодил. Уклей. Пробуем в другой стороне. Она тут везде, везде. Можно было не кормиться даже. Ну, тут лодки совсем мелкая. Вот такая вот клюет. Потому что здесь еда. А покрупнее, вот она где-нибудь по сторонам стоит. Ну вот, например. О. Чуть-чуть правее кинул от кормовой струи, и все. И попадается совсем другая рыба уже. Не рыба та же, но размер. Вот опять в сторону. О, давай. Даже берет как-то так, по-взрослому, не торопясь. Надо уже опарыш поменять, а то чулок один висит от него. Ну, давай, давай, давай. Короче, сумасшествие продолжается. Клев просто на заглядение, удивление. И рыбки попадаются достойные. Ну, не все вылезают, правда. Ну, вот буквально 5 минут прошло. Уже столько. Опять рядом с лодкой небольшие. А чуть подальше покрупнее чуть-чуть. На 3 грамма. Вот такие вот. Вот такие. Ну, и вот она почему-то она не хочет цепляться хорошо. Мелкие все попадаются, а большая почему-то, крупная почему-то не хочет. Давай, 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 давай. Ну вот, и опять рыбка хорошая. И ушла. И тут вообще просто вот, только подавай. Обалдеть, обалдеть, рыбалка. Ты смотри.
Сразу. Ну, таких пару дней будет, и все. Успею заготовиться. Будут хорошие консервы. Поэтому 2 дня я буду здесь сидеть. Да иди сюда. Ну вот чем вот большая не хочет, крупная не хочет зацепляться как положено. Мелкие все достаются почему-то. Такой какой-то естественный отбор непонятный. Только не в ту сторону. Поймано уже 1,5 кг, а израсходовано 2 опарыша или 3. Такая эконом рыбалка. Продолжается сумасшествие уклеечное. Ну, я стал хитрить, чтобы мелочи меньше было, я посадил 3 опарыша. Немножко покрупнее, вон, какие ребята попадаются неплохие. Даже вон плотвичка одна попала, хотя она нам не нужна, но погрызенная вся, кто-то ее куснул. А так, салачка такая достойная. Вон, какие ребята. Ну, не салака, а уклейка. Местные говорят салака. Хотя салака это что-то балтийское, насколько я помню. Морское. Клюет везде. Ну, скорость клева здесь получается ведро за 2 часа можно поймать вот таких рыбешек. Вот большая отвалилась опять. А большая, я уже понял, почему отрывается. Губа очень слабая у нее, поэтому отрывается. Мелкие садятся, а эти нет. Ну, в принципе, вот рыбалка закончена, наловлено вот салаки немерено. План выполнен, сейчас домой чистить, коптить и делать консервы в автоклаве. Клев, конечно, шикарный был, сами видите. За 5 часов, за 4, вот столько поймано.